Чемпионат края стартовал 10 августа. В нем приняли участие около 40 спортсменов. Состязания проходили в двух видах – в стрельбе из блочного лука с 50 метров и классического. Сегодня лучшие стрелки из Анапы, Новороссийска и Сочи пытались попасть в яблочко с расстояния 70 метров. Это называется упражнение «Микс». Девушка, мужчина и женщина. Они стреляют 4 серии или бывает, что 5 стреляют, бывает перестрелка. Все зависит от того, как они отстреляют. Как бы по матчевой системе. Две команды выходят и стреляют между собой. Кто серию выигрывает, там 2-0. Если ничья, 1-1 и так далее. Вот такая система. И выиграет тот, кто первый набирает 5 очков. Самыми меткими в дисциплине «Микс» стали сочинцы, а в командном первенстве лидировали лучники из Новороссийска. Лучшие стрелки попадут в сборную Краснодарского края для участия в чемпионате России по стрельбе из лука.